Лёшек сейчас польет, а я сейчас, мне надо, я виноград вот вечером начала обкапывать. Сейчас вот с этой стороны обкопаю. Вот. Сюда можно будет что-нибудь подсадить, какие-нибудь цветочки. Ой, упал. Упал, ну поставь, да он поднимется. Присыпь, может, корешок землей. Ой, боже мой. Вот те. О, приехали к нам ребята. Лёша пилу привез. Отпилит. Лёшек не хочет. У него там что-то с пилой. Пила не заводится. Вот и все. Дыргыр. Что есть, Наташа? Связь. Где-то есть, ищи. Дыргыр, и все готово. Вот. А Лёшеку надо пилу смотреть. Пока. Пока. Да нормально. Главное, чтобы ветра не было. Завтра 12 будет днем, холодно. Да, сейчас погоняйте. О, нормально? Да. Все. Да. Ну и хорошо. Пока. И забыл, как там надо. Пока-пока. Пока-пока. Пока, пока. Ну да, это точно. Должно что-то болеть. Лёшка. Пока. Пока. Пока, пока. Я пока стою на месте. Пока связь есть. Стой, стой. Да, пойдем провожать. Давай, 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 давай. Все бегут, все бегут. Все бегут провожать, да? Да. Ясно, я знаю. Так, белишко можно снимать уже. Высохло. Сашины штаны? Yeah. Да. Сашины? Yeah. Угу. Ну понятно. А помню, какие занимать, они старались. Когда не соображаешь в этом, то ну, зачем брать? Что? Да? Что? Что? Так, держи бабушку. Что? За ручку. Давай ручку бабушке. Давай. Пока-пока. Вот пока. Все, уехали ребята. Поехали в Дубровку. Там им собачку пообещали. Щеночка. Ага. Ну, такую дворовую, чтобы на улице жила. Вот. Так, лопату надо убрать. Ты все полил, да? Да. Все полил. Все лопату посадили мы. Все перетрут. Все, да. А. Лопаты и труд, все перетрут. Да, Лешек. Так и есть. Даже если нет настроения, возьми лопату, пойди покопай. И так потом бодренько. Ух! И в постельку такой загнутый. Да? Брык! Да? Вот красота. Вот. Что там она там нашла? Наташки еще. Это молодец, это чтобы не пахло, чтобы травкой пахло. Ага, мы ее сейчас пахнем, мажем вот этой мазью. Ямбека. Ну куда ты полезла? Что ты там нашла? Что там тебе пахнет? Что ты выкачиваешься в нем? Вот это вот, а? Что?
Это у нее не клещ, ребята, это папилломка. Тут папилломка, тут вот поменьше попил. Пошли папилломки по спинке. Вот еще папилломка. Вот. А так написали нам тоже. Надо смотреть клещей. Смотрите, потому что вам принесут клещей. Смотрим, ребята, мы их смотрим. Два раза в день это обязательно. Вот днем я их смотрю после того, как они погуляют до обеда. И вечером обязательно. Обязательно перед сном смотрим. Ну, на Лиле не было еще ни одного клеща. Как ни странно, ни одного, ни единого. На Лиске, ну, потому что у нее, наверное, шерсть жесткая. Короткая, жесткая. На Лиске сейчас тоже нет. Не цепляются. Вот, постригли мы ее, не цепляются. Да еще и пахнет от нее этой мазью. Так. О. А раньше, пока не стриженная была, да, были клещи. Цеплялись. Такие маргаритки. Что-то случилось с нашей Лилей. Что-то ее стошнило, и она лежит вообще никакая. Лилюша, что такое, девочка, а? Девчулька моя. Лиля, плохо тебе, да? Чего ты наелась? А? Что ты слопала там? Лежит девочка. Лежит уже минут 15, наверное, лежит вот так вот. Лилюш. А? Что ты? Я ничего не поняла вообще. Что? Что? Что моя хорошая? Что моя хорошая? Носик холодненький, холодный носик. Что-то, может, укусило ее. А? Тебя что-то укусило? А? Какая-то тварь тебя укусила? Или что? Лиля, ну вставай. Вставай, сможешь? А ну-ка, давай. Положила ее в ее кроватку. Лилюшка, все будет хорошо, правда? Да, девочка, все будет хорошо, да. Лешек, говорят, Илонке там писали, что крем на следующий день превратится в сироп. Нет. Это... У Лёшика, так что ты? Вот такой вот крем. Видите? Ну, крем есть крем. Ничего, не сироп. А ну, подержи вот так. Он подсох. Ты не ешь моё. Ой, дай мне одну. Такая вкусная. Ну, блин. Я рассчитывал, ну что? Да, вот, теперь хватит. Ну, у тебя ж там аж три штуки еще. На утро пирог есть. Ой, Лешек. Угу. Что? Что? Ожила? Слава Богу. Ожила. Не, ничего не получишь. Не-не-не. До утра ничего, Лиля. Да. Только да, утром. Напугала нас. Навозу наелась. Она бегает же по улице, собирает там всякую падаль. Может, что-то съела, может, я не знаю, что. Лишь в том году что там съела.
Ну да. Все, а все нормально, ты, слава ты, богу. Ну, все. Обошлось. А то вообще никакая была. Да? У тебя все посчитано, да, Лешек? Как вот эти. Творожок делал. Там Лешика вон на тумбочке еще творожок ждет. Ага. Часов 8, говорю. Часов 8. Да. Сейчас поужинали. Ладно, ладно, все тогда. Все в порядке. С Лилей, слава богу, все. Все хорошо. Да, Лилюша. И опять пошла рыскать. Опять рыскать пошла. Нюхать. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Так. Лешик у нас такой красавчик стал. Что-то я засыпаю. Ой, да ты при любом удобном случае ты засыпаешь. Так, только не надо ерничать. Я не ерничаю. Человек должен спать, как кошка. Я просто констатирую факт. Да. Как кошка. Кошка может спать 23 часа в сутки. Ну, я 25. Все, постригли ему и бровки. И все. Чупрынчик убрали. Вот. Все, в общем, на месяц хватит. Чтобы лишний день. Да? Почему на месяц? На два было. Ну, я тебе короче чуть стригла, а сейчас я чуть подлиннее оставила. Не, пускай. Что, нам трудно постричь тебя? Ну, все. Ладно, все, давай. Доброе утро всем. Ребята, девчонки. Вот такой у нас сегодня дождь. Ну, как ночью начал. Соловей все равно кричит. Вон он. Каждый год на одном и том же месте. Вот такая у нас погода. Митяй пришел и мяукает здесь. Вот надо его отвезти, показать ему дырку, чтобы он залез и покушал. Вроде уже здоровый. Нет, вот надо его обязательно подвести, носом ткнуть. Вот птахи поют. Вот такая у нас погодка сегодня. На весь день. Вчера воды в бочку налил на ночь, а зачем наливал? Там же в бочке 4, наверное. Ну, как всегда, машину помоешь, а на следующий день дождь. Будем дома сидеть. Нечего. Утренний релакс. Вот оно. О, молодец. Молодец. И ничего ему не страшно. Ладно, пойдем греться. 10 градусов у нас, ребят. Даже 9. Пойдем. Хотел сегодня покушал заняться, не получилось. А, красава. Вишенки он распустились. Живут своей жизнью. Без макияжу. Ну и что?
Сейчас начнутся, давай красься, машься. Не, да? Надо. Не надо. Ой, а ты наш мяч. Не надо. Ну, ты так красиво. Надо его замести, да? Чтоб мы хотя бы могли пустить. Будем что-то думать, дома что-то говорить. Да? Да. Вот, занимайся. Так, будем пить кофе. Лёшек поставил кофе. Водичку наливать пора. Да. Думаю, что так чайник молчит. А он уже начал шуметь. У нас, ребята, сегодня на улице дождь. Поэтому мы все в доме. На улице было бы лучше, конечно, всем. Но приходится вот так вот тыняться из угла в угол. Вот. Сейчас кофейку попьем. Лёшек там готовит. А я ушла, чтоб не шумно было. Чтоб чайник не шумел. Ты и мне сделаешь кофе, да? А где твоя кофе? Доча, будешь кофе? Да нет. Давай, и мне тоже сделай кофе. Поухаживай за мной, Лёша. Тебе большую ложку, маленькую? Нет, не очень большую. Вот так, да? Да, хватит. Такой не очень крепкий. Чтоб только пахло кофе. Лёшка, причёха. Одни уши остались. Ну хорошо, что уши остались. Я сделаю сейчас чай, сделаю. Ты чай хочешь? Да. А-а-а. Лёшек наливает. Ну и сильнее. А? Посильнее можно. Смысл? Смысл? Быстрее. Нет. Нет? Нет. А ты можешь?